отпускному времени, но и это еще не все. Вдобавок, Авторадио и телеканал ТВ-3 в эти праздничные выходные приготовили для вас прекрасный подарок – возможность еще раз насладиться дискотеками 80-х прошлых лет, вспомнить, как это было. Итак, не пропустите, сегодня в субботу в 22 часа по московскому времени на телеканале ТВ-3 смотрите фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х», состоявшийся в 2006 году. Самый